Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 360-е упражнение. Необходимо составить и записать 10 сложных предложений с составными союзами «потому что», «от того что», «после того как», «с тех пор как», «затем чтобы», «по мере того как» и подчеркнуть грамматические основы. Давайте выполним это задание. «Я не пошел сегодня в школу, потому что на улице было холодно». «Я что сделал, не пошел?» И было холодно. Она на меня обиделась от того, что я накричал. Она обиделась. Я накричал. После того, как Миша сделал уроки, он пошел играть. Миша сделал, и он пошел играть. С тех пор, как Маша стала ходить в кружок, она не делает уроки. Маша стала ходить, она не делает. Мы пришли за тем, чтобы вы объяснились. Мы пришли, вы объяснились. По мере того, как мы узнавали правду, его поведение менялось. Мы узнавали, поведение менялось. Мы не поехали на дачу, потому что шел дождь. Мы не поехали, и дождь шел. Я сделал это для того, чтобы вы улыбнулись. Я сделал это. Вы улыбнулись. С тех пор, как ты приехал, у нас все наладилось. Ты приехал, все наладилось. Я не хочу с ним дружить от того, что он злой. Я не хочу, он злой. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.